Югорский сноубордист Андрей Соболев завоевал большой хрустальный глобус. Эта награда ежегодно вручается лучшим спортсменам по итогам сезона. Накануне в немецком Вентерберге состоялся заключительный этап Кубка мира. Югорчанин на этих стартах в тройку призеров не попал. Однако это не помешало ему вырваться в лидеры. По сумме набранных очков в дисциплинах параллельный слалом и слалом-гигант в этом сезоне Соболев поднялся на первое место в общем зачете. На втором месте с отрывом больше 500 очков расположился словенский сноубордист Тим Мастнак. Стоит отметить, что в смешанных командах Андрей вместе со своей сестрой Натальей заняли третье место в общем зачете.